Так. Значит, сейчас он подключится. А кто нас видит? Сейчас видят все. С бельцами поздороваться можно? Привет, бельцы. Нужно. Так, ребят, родители видят всех студентов. Для тех, кто сейчас подключился к нашему лайву, это все наши ребята, бельчане, которые студентами, являются студентами Нижегородского университета. Приехал к ним в гости навестить. Хочу поблагодарить ректора, который хочу поблагодарить ректора от имени бельчан, родителей за теплый прием наших ребят. У нас сегодня была экскурсия, мы видели уже, я видел все классы, все лаборатории. Ребята, часть только. Да. Ну, когда потеплеет, мы договорились продолжить. И вот, понимаете, вот для меня вот то, что я вижу довольных ребят. Вы довольны или нет? Довольны. А то подумают, что вы грустите. Они, правда, хотят домой. Это у нас первый проект. Первый курс окончат. Поэтому ребята приедут домой с удовольствием встретиться с теми, кто придет поступать осенью. Потому что ребята уже перейдут на второй курс. А сейчас в Молдавии идет набор тех, кто будет... Те, кто придет на первый, совершенно верно. Поэтому то, что здесь учат и реально обучают, и Молдова получит качественных специалистов, у меня в этом сомнений нет. Ну, а самое главное, что родители видели, что вы не сильно похудели. Не сильно. Вот, спасибо еще раз ректору от нас всех. Поэтому вот такие дела у нас. Нескутен Молдова. Парк коррект. Это ведец в урбежте Шельнебадистата Нижний Новгород. Это Астай Стасик. А может, мы приготим новый офлайн? Ши май дискутем. Все, привет, все, сила правде, все, бельцы, давайте, привет, пока.